Работники прокуратуры и педагоги нашего города все время придумывают новые формы работы по формированию отрицательного отношения к коррупции в обществе. Конференция – одна из таких инноваций. Ей предшествовал интересный конкурс среди школьников города. Ребята представили свои рисунки на антикоррупционную тему. Было интересно посмотреть, как дети видят в своем возрасте, детском, юном возрасте, проблемы борьбы с коррупцией, как они представляют это. И, конечно, через этот конкурс была задача донести населению вот эту проблематику. Обсудить причины и меры борьбы с коррупцией со студентами было решено на межвузовской конференции. Работники прокуратуры и преподаватели правовых дисциплин подготовили доклады и провели беседы с будущими юристами. В этом возрасте ребята уже в состоянии осознать глубину проблемы. Организаторы уверены, что такая встреча поможет наставить молодежь на правильный путь. Формировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма. Сформировать комплекс знаний о коррупционных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с правовым и морально-этическим нормам. На конференции были подведены итоги конкурса детских рисунков. Авторы лучших получили призы. Работники прокуратуры считают, что участие в конкурсе поможет ребятам заинтересоваться темой борьбы с коррупцией. Это формирование антикоррупционного сознания, это повышение правовой культуры. И если это начать закладывать недопустимость коррупционного поведения с детства, то вырастет полноценный, здоровый в правовом смысле слова гражданин. Очень скоро на улицах Армавира появятся баннеры с лучшими детскими рисунками на антикоррупционную тему. И это еще одна форма работы по формированию правового сознания у горожан. Влада Волошина, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».